продолжение второго тура завтра с 10 утра. The second round will continue tomorrow morning at 10 o'clock. Результат второго тура объявляли поздно ночью. Я очень хорошо помню, как мы гуляли по залу фойе консерватории, большого зала консерватории, и ждали, пока совещалось это жюри. А было уже достаточно поздно, когда жюри наконец вышло, и я очень хорошо помню беспомощные глаза Льва Николаевича в тот момент. И еще я помню, когда вышло жюри, и Леша взглянул на Льва Николаевича, это у Лешки на губах появилась тонкая усмешка. И глаза его приобрели очень жесткое выражение вместе с этой улыбкой. То есть я уже понял, что Леша все понял. И когда господин Ишпай зачитывал результаты с абсолютно лицемерным выражением лица, его абсолютно такое гнусное лицемерное сравнение с Равелем, о том, что Равель там премии не получал, но все равно стал великим музыкантом, от этого на душе становилось очень гадко. Потом ухмыляющееся лицо Доренского, который протащил в финал 5 своих учеников, а то и 6, как говорили. Это все создало такое ощущение немножко фантасмагории, такого изуверского действия, от которого так потянуло гнильцой. И так сразу создалось ощущение мерзости, что Лёшка просто развернулся и ушел. Я помню, когда результаты были объявлены, зашумели журналисты, которые снимали это все, и они начали говорить о Султанов, Султанов, а где же Султанов, а как же Султанов? Вот, а Ишпай начал, опять же, проливая крокодиловые слезы, говорить о том, что, ну, несовершенная система баллов и так далее и тому подобное. Вот, Доренский продолжал ухмыляться. В общем, мы развернулись и ушли. Тут уже было все понятно. Ну, наверное, в тот день конкурс для нас и закончился, потому что, как бы сказать, ну, там дальше уже стало все ясно. Фавориты были определены, все было сделано, все было подготовлено. И таким образом конкурс Чайковского, конкурс Доренского закончился для нас. Леша не показал виду абсолютно по поводу его переживаний, он совершенно был спокойным, невозмутимым, во всех интервью он говорил, что больше переживали родители, чем он, но, скорее всего, точнее сказать, не скорее всего, абсолютно точно он переживал очень сильно. Конечно, буча была страшная, все газеты писали, все газеты совершенно безумно вставали на его защиту, говорили, что конкурс лишился самого интересного участника и всего самого интересного, и все говорили, что конкурс Чайковского закончился, конкурс Чайковского стал конкурс Доренского.